Это была величайшая из побед в истории человечества. И мне, я горжусь, и мне очень приятно, что мой народ, наша осетина, проявили здесь невероятное мужество и героизм. Оглядываясь на историю, начинаешь думать, откуда же такой героизм массовый у них был. Это был не сиюминутный призыв, это было не на эмоциях, это было на чувствах и на характере, который вырабатывался веками. От рядового до генералиссимуса осетины были. Мне хочется несколько слов сказать для молодежи о великом Иосифе Виссарионовиче, потому что очень много несправедливостей на его имя было вылито. Я помню 54-й год, когда нас, отличников, привезли в качестве поощрения в его дом-музей в Горе. Я помню настоятеля этого музея, осетина, который с нами разговаривал, он тоже был джугаев. Им очень интересно было с нами разговаривать, потому что мы говорили на северном диалекте, на речи, а он на южном. Им очень интересно было вот сравнивать наш разговор. Потом я его на следующий год видел. И разговор о том, о его национальном происхождении никакого места не имеют. В 56-м году, после 20-го съезда, все грузинские газеты, начиная с их партийных газет, «Заря Востока» на русском языке, «Коммунисты» на грузинском языке, наша районная газета «Ахали Хеви», все они наперегонки писали и открещивались от Сталина. Это был осетин, об этом многие говорят и многие было сказано, поэтому и он наш герой Советского Союза. Подвиг, который совершили народы в эти годы, его трудно оценить, трудно. Своим масштабом, своей значимостью невероятно высок. И пусть эти беды подобные, которые тогда, значит, были, никогда больше не свершатся на нашей земле. А мы и все потомки, которые проявили там героизм и мужество, пусть свою силу показывают на созидательных других площадках. С праздником вас всех!